В городе Видное состоялся строевой смотр подразделений Управления внутренних дел. Цель данного мероприятия – проверить готовность личного состава к обеспечению охраны правопорядка в зимний период. С сегодняшнего дня все подразделения перешли на зимнюю форму одежды. У личного состава проверили состояние формы, наличие удостоверений и нагрудных знаков. Проверку осуществлял начальник УМВД России по Ленинскому району Олег Адам. Все подразделения, сотрудники ГИБДД, патрульно-постовая служба, уголовный розыск, БЭП, участково-уполномоченная, дежурная часть, все руководители, все службы, которые работают в подразделении, присутствовали. Согласно нормативам, подобные мероприятия должны проводиться два раза в год – весной и осенью при смене сезона. По пятибалльной системе Олег Адам оценил готовность к зиме на четверку. Были замечания, конечно. Они всегда есть, когда большое количество людей, всегда будут какие-то замечания. Они мелкие замечания, которые будут устранены. Среди замечаний – одежда или обувь несоответствующего образца, незастегнутые пуговицы и невыглаженные брюки. На устранение недочетов отведена одна неделя.